have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Нашли мы тут вот такую игрулину, у нее бешено хороший рейтинг, играет в нее дофигища народу. Мы еще вообще ничего не видели, вот зашли в лобби, создали, типа, я сюда закинул кота. Можно пойти в открытый мир, можно в 5 на 5. Пойдем в открытый мир пока что, да? Да, открытый мир, рейд мод. Я нажал. Нажми на рейд мод. Нет, я нажал на открытый мир, я думаю, ты тоже нажал, да? Так, открытый мир. Нажал на открытый мир. Хорошо, интересно, мы просто сейчас тут вдвоем будем, не вдвоем. Сейчас посмотрим вообще, что тут происходит. Графония налили в эту игру просто дофигища. Оно все такое гладенькое, мягенькое, красивенькое. Вообще ощущается, как будто я зашел в какую-то батлу. Посмотрим, как это все будет происходить сейчас. Загрузки, да, долгие, не спорю. У меня просто черный экран, там где-то такие оранжевые линии. У меня пока что тоже так. Посмотрим, как это все будет происходить. Надеюсь, оно быстро загрузится. Нет, я тебе по-другому скажу. Надеюсь, оно загрузится. Нет, но с другой стороны, если бы оно было каким-то глючным или что-то такое, я думаю, что у него не было бы столько положительных отзывов. У него положительные отзывы там прям очень высокие, то ли 92%, то ли 94%. И играет в это около 2000 человек сейчас. 214 тысяч лайков, 22 тысячи дизлайков. Сейчас играет 1000 человек. А, вот 1000, ну вот, окей, ну дофига. У тебя загрузилось? Нет. Как бы немножечко нескромное мнение, то, что мой компьютер... Загрузилось. Немножко быстрее, чем у кота, и вот даже у него загрузилось быстрее. Ну хотя, с другой стороны, у меня показатель графики... Я нажал на Deploy at Airbase. Да, я тоже это нажимаю. У меня показатель графики просто выставлен гораздо выше. Слушай, это где? Я на Airbase. Ты уверен, что мы здесь? У меня да, мы за здесь. Моей спиной надпись Command Center. Так, погоди. Так, где ты? Где я? Я могу взять оружие. Вон. Ха-ха! Прикольно. Ты где? Это не ты случайно? О, это я, привет. Привет. А как я выгляжу? О, так же фигово, как и ты. Мы одинаково выглядим. Слушай, у нас татухи. Где? Ну вот. О, черт, у меня татуха! Ладно. Так, а... Да, можно брать оружие, секондари. Пушка. Пикап точ. Пойдем посмотрим, что тут можно поделать. Что ты там покупаешь? У тебя есть пушки, пойдем. Где у меня пушки? Один, два, клацни. Один, два. Я, пожалуй, тогда патроны возьму. А они полные. О. Главное, не стреляй в ногу. Вот так. А куда идти? Я не знаю, мы в открытом мире, тут типа сейчас делаешь, что хочешь. Вон вертушка есть, например. Но я думаю, что мы всем этим не можем пользоваться пока что. Я не знаю, почему. Там пилот. А! Все, я понял, иди сюда. Нет, дай пу-пу, плюс, лезь. Как мне выйти? Все, кнопкой. Иди сюда, я тебе покажу кое-что. Ты уверен, что нам не надо взлетать на вертолете? Иди сюда, смотри. Ты где? Я тебя не вижу. Это, в общем, ты нажимаешь F, а потом мышкой подтверждаешь действие. Смотри, как это все происходит. Иди я сюда. Понял. Так, давай, допустим, заспавним вертолет. Давай я заспавню. Я умею управлять вертолетами. Давным-давно уже. А, две звезды надо. Ага, да, ясно. Нужен большой ранг. Так, может, машину заспавним? Может, у нас получится? Тут кто-то сидит в тачке. Ну, потому что это не наша тачка. Так. Во, есть! Ой, я вспомнил тачку! Смотри! Где ты? Привет, бро! Куда едем? Я не знаю, куда на этих скелетах можно поехать.
Давай на вы. Что? Что было с твоей машиной? Ты не ехал, ты скакал, ты просто прискакал к моей тачке. Отпусти меня! Это твоя смущение! Давай вот сюда вот. Ты, ай. Ты не видишь себя со стороны. Как моя машина со стороны выглядит? Фигово. Я скачу? Нет. Потому что ты скачешь. Я хотел сказать, я тебе сейчас помогу. Фиг я тебе помогу. Иди садись сюда. Или возьми себе новую тачку, или садись ко мне. Я, пожалуй, возьму новую тачку. Мне хочется водить от первого лица. Давай я подожду здесь. О, я почти вытащил твою машину. Почти. Но это всего лишь почти. Стой. Блин, эта штука быстрая, когда разгоняешь. Что за бред? У меня одышка. О, машина исчезла твоя. В смысле потому у тебя одышка? Ты там солдат или где? Идем. Так, поехали. Так, только аккуратно водить. О, ты скачешь? А, теперь я тоже скачу? Да. Так я и говорю, ты ко мне ехал, ты такой тык-тык-тык-тык-тык-тык. Слушай, от первого лица... Выглядит просто. Ай! С первого лица круто водить, понимаешь? Не делай такое! Мне круто от первого лица водить. Кстати, у меня ветка в крыше застряла. Ты где вообще? Сзади! У меня ветка в крыше застряла, я ехать не могу. Хватит машины гробить! Где сзади, я тебя не вижу? Ну это там, прям возле выхода. О, я отстрял. Так, поехали. Где ты? Прыгай сюда. О, вижу. Привет. Привет. Это ты? Это я, который не я. Поехали. Ай. Да чё ты так неаккуратно водишь-то? Я неаккуратно вожу? Да. Для чего? Для кого здесь линии расчерчены? Чтоб я делал вот так? Не делай так, это... Зачем? Куда мы вообще едем? На своей линии едь. Хорошо, не, ну, хорошо. По сути, мы едем на выход. Я не знаю, где мы, но... Ну, куда-то едем, природа. Да. На шашлыки едем вообще, слушай. Да, мы на шашлыки едем. А ты уверен, что сверху не появится самолет, который будет запускать бомбы в нас? Это открытый мир, поэтому я практически уверен, что с нами ничего не случится. Ты уверен в этом? Погоди! А что на табличке написано? Прискакал! Я не могу на это смотреть нормально. Что на табличке написано? Query, query. Query? Да, query. Этот, карьер. Там камни добывают. Поехали, посмотрим. Не, слушай, ты уверен, что это надо делать, да? У нас же внедорожники, типа. Поехали, глянем. Ай. Ща. Блин, водить совсем... Ёлки-палки! Что? Уии! Ой, по мне гасят! Прикинь, тут есть хостайлс! А, стой! Нет, остановись, машина! Тут есть хостайлс! Я думал, что тут только NPC! Ну, в смысле, только эти дружественные! Ай-я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 й! Где ты? Я где внизу! Ты? Внизу? Я воспользовался экспресс-лифтом! Я уже иду тебе... Ай-яй-яй-яй-яй! Меня гасит кто-то! Пушку доставай! Пушку! Ёлки! Я в шахту уезжаю! Ну, нафиг! Я не думал, что тут так хардкорно! А! Ну нафиг, ну... Вытащи меня! Нет! Вытащи меня, у меня жизни уходят, вытащи пещера! Меня! Пещера! Я в пещеру еду! Так, чувак, пожалуйста. Вытащи! Стой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Меня стреляют! Ладно, все, я сейчас заспавнись, подъеду сюда, стой там! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, я заблокировал ход своей машиной! Вот в пещеру. Я сейчас туда приеду, сейчас возьму тачку, приеду туда. Я что-то не думал, что здесь все настолько хардкорно, прям, ну, реализм, все дела. Прикольно, это нужно прям готовить план въезда туда, аккуратненько подходить. Они стреляют, они попадают. Так, меня дайте вроде мне этот тарантас. Да? Так, быстро заезжаем в шахту. В шахту. Так... Давай, детка, я верю в тебя. Ну, давай. Ты же военная машина, ты сможешь. Какая это военная машина? Это лягушка. Для военных. Ночь наступила. Ну, вообще красота. Ой, мне что-то не нравится. Слишком темно что-то. Ага, я же говорю, ночь наступила. Не, ну они... О, G. Ха-ха, фары можно включить, серьезно. Так, я в карьере, я не знаю, где я, но где-то. Я еду к карьеру, сейчас я подъеду, погодь. Проверяю домики.
Вижу красную точку, в меня стреляют. Не вижу откуда. Я присел. Ай-яй-яй. Где враг? Откуда они меня видят? Здесь где фонарик есть на карьер? Пушке? Чё, как... неужели мы так далеко заехали? Ну, видимо, да, кстати. Так, у меня же есть телефон вроде, да? Телефон у тебя есть? Да. Можешь в Змейку поиграть. А, это про... Блин. Подумал. Quarry. Так. На картонах, тихонько. Ну что, я здесь. Никого не трогаю. Это ты стреляешь или по тебе? Это я вообще никак не стреляю. Я просто в карьере где-то, не понимаю, где ты я. Ты внизу? Да, я внизу. Ай-яй-яй, по мне стреляют, враг! Я умер. Серьезно? Ну, у меня... я скоро умру, у меня сердце подстрелили. Я же тебе говорил, вытащи меня, о, ты не хотел меня вытаскивать. Я здесь, но я не знаю, где ты. Ну, я сам не понимаю, где я. Я только вижу свою тачку где-то в пещере. Ну, во вход. Я подхожу к пещере, но выходи, я не успею, скорее всего. Там есть тачка такая. Слушай, я заспавнился у нас на базе. Да, я знаю, тоже так. Я. Вон, я вижу твою тачку. Я уже умер, все. Я знаю, я просто пришел на то же место. Здесь вертолет есть. Ты можешь его взять? Нет, конечно. Пойду машину возьму. Слушай, а на какую кнопку ты фар включил? Блин, че все такое темное? Я, конечно, понимаю, что это ночь, но. Ну че ночь? Ты точно понимаешь, что это ночь? Да. Как ты фары включил? G. А, на G. Так. Он, бедный чувак, пытается сбежать на Хамви, его обстреливают. Я еду к карьеру, жди меня. Слушай, это круто выглядит от первого лица. Такое ощущение, как будто я реально вожу. Так, а пулемет у тебя можно? А, нет. Эй, ты чё? Я тебя вообще не вижу. Как ты меня-то видишь? А вдруг у него очки ночного видения? Ой, гроза. А, метка! Фух. Да как ты меня видишь-то? Ну, это ж невозможно. Ты чё, чувак? Прикинь, я, в общем-то... А, так. Я, в общем-то, еду, и тут по дороге резко ветка появляется, и потом резко так же пропадает. Подлечиться я не могу. У меня все хорошо в этой жизни, да? Чувак меня видит прям с каких-то невероятных... Да ёлки, как? Ты в карьере? Да. Слушай, ты уверен, что мне надо к тебе на помощь ездить, да? Нет, не уверен, вообще не уверен. Ну, тогда я уезжаю дальше по дороге. Хотя нет, без тебя будет неинтересно. Я иду тебе на помощь. Так. Сейчас я попробую пробраться к этому перцу. Ща как в батле, просто если видим врагов, сразу давим их. Я вижу... Эй! Я подхожу, там такое здание, там куча народу каких-то. Я начал одного стрелять, одного бил, потом все взорвалось, и меня тоже взорвали. Ты где? Ты еще жив? Я возле этого здания. Да пофиг, я уже слился. Давай я сейчас от базы приеду к карьеру, ты наверху еще? Я тебя не вижу. А? Я тебя не вижу. Блин, я в принципе ничего не вижу. Ты наверху еще, нет? Ну, я вообще еще внизу, в меня никто не стреляет, я просто пытаюсь на... Ой, я нашел ботов, я их переезжаю. Что? Серьезно? Они все еще живы. Ай. Ну, я убил одного, правда, тот меня сразу же убил. Слушай, жди меня на нашей... Жду на базе, давай. Жди меня. Нет, на самом деле здесь прикольно, просто надо привыкнуть к здешней механике, все дела, но выглядит, по-моему, очень круто. Я просто переехал террориста. Террориста. Я просто... Ну, блин, они какие-то прям уж очень... Ну, ладно, вот эти, которые были в здании, это было интересно. А вон тот, который был сверху, как он меня видел в такой темноте, как он по мне попадал в такой темноте, и именно что попадал, а не мазал, это вообще как, это ты? Да, это я. Привет, пойдем к машинам. Бери тачку, пойдем. Так, главная такая штука, где тачка? Так, кажись, я нашел. Да, я нашел.
Я нашел, где можно взять тачку. Так, я потихоньку превращаюсь в собаку. Он начинает так дышать, как будто у него язык на бок. Давай на одной машине поедем, да, чтобы это... Я вожу. Залази. Фары здесь, включу. Да? Вот так. В лес. Все, поехали. Короче... Нет! Нет! Стой, что? Стой! Ах, тебя ладно, едь. Оно у меня прыгать начинает. Ну ладно, поехали. А как это от первого лица выглядит? Страшно? А, что это? На что ты наехал? Слушай, я, кажется, видел человека, который спустился на парашюте. Едь! Я просто переехал какого-то бедолагу, который спрыгнул с парашюта, потому что, наверное, его самолет сбили, и он, наверное, наш, прикинь. И тут такой джип по нему, бах! Блин, как это все колбасит не по-человечески. Почему? Ох, почему здесь так много кочек? Нет, ну, в принципе, с оптимизацией этой игры все нормально, она не тормозит, ничего. Но вот эта вот фигня, почему так колбасит жутко? Это как выглядит, как какие-то флешбеки, как будто тебя когда-то сбила машина, и ты такой, а, бампер, а, фары, а, нет, а, все вот, вот такое вот. Ё-моё, так, ни у кого эпилептического припадка сейчас не случилось. Стой, тут моя машина не здесь случайно, я просто, может, ее заберу, да стой. Да почему, ее уже нету. В общем-то, дело в том, что я увидел твою машину сверху, правда, я ее переехала, она упала в самый низ и взорвалась. Спасибо. Не случайно. Я крайне тебе благодарен. Ну я ее не видел. Вообще за нечаянно бьют отчаянно. Слушай, утро наступает. Какое нафиг утро наступает? Я не вижу ничего. Ну, я вижу немножко солнца. Там облака белые. Ну, так, ладно, там был карьер. Знаешь, что я предполагаю? Чем дальше мы едем, тем круче уровень сложности будет. Тебе не кажется? Да, посмотри, что здесь на этом. Так. Форт Ронгард. Форт Ронгард. Naval Base, военная база. Город. Слушай, давай направо. Да, давай в город. Давай в город. Здесь садись. Прыгай сел. В город. Мне не кажется то, что это безопасно. Это весело и без опа. О! Последний раз, когда я слышал про этот город, там было написано то, что туда была сброшена боеголовка. Так. На все, валим ногами отсюда. Почему не машинами? Машина безопаснее. Я бы не сказал, что машина безопаснее. Ну залази в машину. Здесь нет, 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 я пойду пешим. Ну ладно. Понял почему? Не. Ну я здесь вижу какую-то палатку. Иди сюда, в магаз. В магаз? Ща. Самолет, слышишь? Ой, не нравятся мне эти звуки. Нет, тут есть Air-Cola и Bloxy-Cola. Мы неплохо зашли. Может, в кассе наличка есть? Наш, наш, здесь наш. Вон там не наши. Вон, смотри, вон они. Где? Вон, в окно посмотри. Может, мы прострелим окно и убьем их? Ой, зачем я это сделала? На картонах, чёрт! Никого не трогаем. Да как ты в меня... А, в меня с той стороны попадают! Не-не-не-не-не-не-не! Чуваки, нет! Вытащи меня! Ты мне? Да! Где ты, где ты? Я на входе валяюсь! Как тебя вытащить? Help up! Прячься! Спасибо! Прячься за кассу! Ты умер? По-моему, да. Да, ты умер. Ладно. Хорошо. Слушай. Короче, это очень хардовая игрулина, но она очень-очень классная. К ней просто нужно приспособиться, нужно понять, как это все работает. Мне это... страшно без тебя. Там еще один чувак с тобой. Он умер. Я же тебе сказал, что, по-моему, чем дальше, тем хардовее уровень сложности будет. Я вижу каких-то террористов, они... Я думаю, что мы сюда вернемся, еще поиграем, потренируемся, подкачаемся, и как-нибудь через недельки 2-3 еще раз запишем одну серию, просто как для сравнения, как это все будет выглядеть.
На этом пока у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.